Так. Вообще не понимаю, что за хрень, почему он стопанулся вообще, стрим этот. Ну что, тест против силки, поехали. Так, сейчас я вот через полминуты увижу, пошел ли стрим в итоге. Здесь тут харасит пробка минеральную линию. Признаться честно, я не знаю, почему стрим стопнулся вообще, без понятия. Пошел стрим, отлично, как бы что пошел. Я не знаю, что за прикол, короче. Твич проверю, ребят. Все, пошел и Твич, отлично. Пошел и Твич. Все, ребят, извиняюсь, я не знаю, почему, как бы я пытался там звук починить. Короче, подвисал он какой-то, был недолгий стрим, стоп, стартнулся из-за этого. Вот. Отлично, что пошло. Спасибо всем за информацию, блин. Это был, конечно, косяк, но ничего не поделаешь. Причину я не знаю. Все, отлично, короче. Все, весь Twitch пошел, все пошло. Здесь Даршайн опять, ну то есть... Для вродцев абсолютным стандартом стала играть Вархона Дарков, как бы они вообще другую ничего больше не играют на самом деле. Вот. Спрашиваю, что думаю я по поводу Зеста Хира матча. Я ничего по поводу этого матча не думаю. Если вы делаете ставки, то думайте своей головой, вот и все. Я вам не рекомендую вообще ставки делать, потому что это азарт, а азарт до добра не доведет никогда. Вот, это первое. Ну а по поводу фаворит, кто не фаворит, я думаю, что там 50-50 реально, как бы, и на кого коэффициент больше, тот как бы и вариант грамотный. Но Хира последние разы, когда я смотрел Хира, он показывал просто великолепную игру. А PvP он всегда опасен, потому что он чизовый и очень невероятно крутой у него контроль, как бы. Но увидим, что будет, короче. Пришли 4 дарка. Минус хата, усилки просто. Летит оверсир. Ну, конечно же, призма уйдет просто и все. Оверсир должен быть вовремя, на самом деле, сделан. У тебя уже есть гидра. Где этот оверсир был, я не знаю. Но сейчас может силки рассчитывать на контр-пуш, на самом деле. Здесь у нас... А, здесь сталкера. Нет, так контр-пуш делать и не надо, раз там сталкера. С
Сливаются архон. Ну, здесь рейндж гидре будет, как бы. А с этим рейнджом гидра может выдать нормально все. Ну, сейчас два овера здесь забрать может. К примеру. И заберет, скорее всего. Один точно минус, второго пытается минус. Ну, пожалуйста, ну что это за... Понятно же, что архона харас будет. Но кто такой оверх дебиль навешает? Хотя бы здесь повесь над этой, над выступом этим. Нелепым, блин. Нет, он вешает, короче, прямо на центре. В итоге потери у нас вы видите. 0 у Зеста, 650 здесь, причем... Так, а это что я нажал такое вообще? Поменял вид как-то я. Вообще, ХЗ куда-то торнул. Вообще не знаю, как назад поменять, блин. Этот интерфейс, здесь столько функционала, блин. Еще до сих пор неизвестен, сколько, не с, уже года два с ним стримлю. Ну ладно, здесь ровно все сейчас решится прямо. Идет здесь вперед два архона сталкера. Силки пытаются, конечно, отбиться, архончик уже один минус. Сталкеров, кстати, тоже от гидра кошмарит неплохо. Если кто шарит, как вернуть вот этот... Тему подсказывайте. Хрена себе силки просто Зеста гидро здесь разогнал вообще в хлам. Смотрите, гидре и мув готов при этом всем. Гидра по нулям, там адепты, глеф нет, надо идти в контратаку. Идет силки в контратаку сейчас. Мы смотрим. С необычного ракурса все это дело. Ну куда ты пошел-то, тормоз, ё-мо. Три адепта идут вперед, он отступает, а? Ну что за бред вообще? Ну давай глеф дождись сейчас. Так, 109, 102. Не, ну тормоз вообще дождался, добегался до того, что прилетели адепты. И просто нет тут, чтобы пойти на оклики, убить вперед. Здесь сам даже еще что-то идет куда-то отдаваться, не понять куда. Он что-то бегает, понимает, что делает. Да блин, адепты без глефа, да кликнет и втопит, и оклик сюда. Но если он сейчас не пойдет сюда, то бред, линги выбегают вперед, вот. ГГ пишет здесь, просто изи силки 1-0. Почему я выбрал процессов? Я не знаю, сколько ты еще... Тысяч раз я это рассказывал, но много. Потому что у них зеленая и синяя жизнь. Просто халява, сказали мне пацаны в клубаке в компьютерном давным-давно. Thank you.
Так, ну что. Силки 1-0 ведет. Здесь там неожиданное прям начало. Здесь решил, что с этим агрессивным товарищем лучше не рисковать, видимо. Вот. И играет через гейт первый. Ну, это гейт газ Нексус билд. Если был бы идеально, конечно, для силки Нексус первый был бы тап. Он здесь-то на халяву мог убить бы. Но Нексуса первого нету. Ну, линга будет достаточно много. Можно подгрызть, попытаться отменить. Нексус будет, конечно. Получится или нет, вопрос. 8 лингов уже заказано. Ну все, линги побежали. Пробка здесь есть. Здесь заказывает зилка, кибернетка еще не готова. Нужно грызть пилон и грызть там, в общем-то, Нексус этот. Тролевая, надо пробку заминусовать. Тут как-то невнимателен. Силки немножечко. Можно было лингами развернуться. Но пилон надо сразу же грызть начинать. Сразу же вот этот вот. Так. Куда авиация у нас летает? Стандартные лы. Ну, погода замечательная за, наверное, недели три последних. Первый раз солнце сегодня выглянуло. Верчаж выставлен. Здесь уже зилок адепт, еще адепт делает. Еще пилон. Как бы линги дотекают. Ну, 14 лингов. Что они здесь делают, эти 14 лингов? Не думаю, что сделают. Попытка от силки наломиться, ну это кривейшая, короче, попытка. Адепт дерутся великолепно, пробки помогают великолепно. Потерю Зеста, ну, пробка и пилон, собственно говоря, здесь 20 лингов. Очевидно, что это провал для силки, учитывая еще билд его. Привет, горный король. Большую ты балладу тут отписал, конечно, не буду ее читать вслух. Что для револьвера обращаться в битву экстрасенсов за берегом от Бадхёрта на ладере против тебя? Но это уже от тебя зависит, как бы. Не могу ничего по этому поводу сказать. Тем более я даже не знаю, насколько револьверчик сейчас играет. Потому что, ну, говорят, что... Вообще не говорят, что стримы не так часто. Насколько часто тренится, тоже хз. Ну, тут очевидно провальное начало, и Зест ставит точку в этой игре. Силки решил, что Зеста возьмет просто тепленьким 2-0, как бы. А такое, вот такой подход к игре, я говорил уже, не нужен. То есть, если ты выиграл игрока, да, вот как силки предыдущего, на такой средней стадии, не форсируй события, зачем ты его хочешь грызть с собаками? Сыграй в ту же гидру просто, или во что-то такое. Ну, то есть, если даже проиграешь, получишь опыт грамотный.
Ну что, 1-1, ребят. Между прочим, на этой карте Breaking Zesta Gidroy пробрел. Так, ребят, продолжение быстрой руки идет. Куравирк активировал премиум на ваш канал. Куравирка у нас быстрая рука. С третьего раза. Ну что же, респект пацанам. Двадцать 2:19 по рабам, ребята, игры самое начало. Так, Аскарон активировал, вообще звука нету. Что за прикол? Опа, опять этот багет зашел. Третья хаточка здесь доделывается. Лингов есть. Где-то штук 8 примерно. Наверное, лингов сейчас усилки есть. Здесь стенка еще пока не закрыта. Я вижу, овер висит. Если будет передроп, то почему же тогда силки не делает мув лингом, я что-то не понимаю. Зест пока, я не понимаю, видел Зест, что происходит или нет. Адепт пришел, адепт ушел. Лингов все больше и больше. Морфит с овер, здесь собирает спилон для контроля поставить здесь. Ну блин, овера надо прям здесь держать, еще не понимаю, что силки здесь мудрит такое, монстрит. Ну овер залетает сюда, ну где передроп-то, вот же пилон, ну что происходит, силки? Мороз, ты что? Так, нужно выманить оверчаш, конечно, на этот пилон, просто передроп пошел, лифт. Лифт лингов наверх, лингов все больше и больше появляется. Здесь пробки очень много дэмэджа наносят. Силки решил, что, ё-моё, так сработает. Нет, так не работает. Как под оверчажем-то дерешься? Тормоз-то, ё-моё. 8 пробок уничтожено. Линги в лоб сейчас сразу же вгрызаются. Ну все, овер потерян. Это провал всей операции, ребят. Это я вам честно скажу. Здесь уже ни хрена будет силки не сделать. Почему? Потому что нужно было не тупить, ё-моё. Овера сразу здесь держать и сразу сюда передроп. Сыпил он так и так там был, но нужно было одновременно и дропать 8 лингов сюда, убежать от пилона, постараться и одновременно вгрызаться в лоб пытаться. Я так думаю, что нужно было сделать. Так, сентри, 2 варты. Успеть здесь филды кинуть? Один успел, но толку. Упал уже, упала роба. Линги все вгрызаются и грызаются. Ну вот это силки, ссыкло просто китайское. Что я тут могу сказать? У меня нету других просто... Здесь даже аргументов. Нет бы сыграть хотя бы гидрой бы пропущен. Какой-то линги сгрызали. Ну хотя, с другой стороны, он всегда так делает. Да, как бы. То есть он просто агрессивный. Беру свои слова назад. Он просто, чтобы никого не обижать, скажем, просто агрессивный силки. Ну, Зест просто контрударом прямым, короче, силки прямо в бороду останавливает его. И силки падает, короче, с... Уж-то поплыл силки, все, ничего не сделать. Если его сейчас второй просто даст, и силки с красным носом пойдет ждать следующего матча. В общем-то. У него шансы еще есть, если он хира одолеет. Тем более карту взял у Зеста. И выиграл брейкинг. Все хорошо.
Так, здесь Роуч Уоррен попер. Ну тут два архона. Ну вот эти архоны на мейне, что здесь вот эти собаки и крабики, эти дрончики могут сделать против этих бандитов белых? Пока ничего. А что могут сделать они? Пока что очень жестко они все делают. Вы видите вот это пятно, это значит, что силки страдают. 78 лингов. Ну это вместе с теми, которые ломились. Какую бороду, там только усики молочные. Ну так, усички на бородишке, как тут еще? Борода может быть. И громко сказано, ну в большую бороду прилетает плотнее, как бы, понимаешь? Поэтому нужен и скилл все-таки в Старкрафте, ребята. А он, Азест говорит, их есть у меня скилла. ГГ пишет ссылки, 2-1 Азест. Привет, Джесс. Пока с партнеркой инфы нет. Не ответили, там будут пользоваться или нет, но я не знаю, как бы никто не стримит ни один канал из этих, поэтому я не понимаю, что там происходит уже, но я спрошу у Миши в ближайшие дни, но пока мне ничего, ну, то есть я два раза спрашивал, ну, инфы не было. ХЗ. Ну что, Зест против CG Hero, ребят, центральный матч данной группы сейчас намечается. Ждем, короче, моего. Продолжается быстрая рука. Странги мой камир активировал премиум на ваш канал. Оп, дорвался все-таки, да, смотрю. Ну, молодец, молодец.
Поехали. Опа, пёр. Странгер Мойка Мир активировал премиум на ваш канал. Так. Успел второй. Пока отбой. Запомните, максимум я разрешаю. Короче, ребят, только 5 премиумов разрешаю активировать, потому что есть там какие-то программы, с которых халявно их можно активировать. Вот. Если я узнаю, что вы поступаете нечестно, просто попрошу снять с вас все премиумы и все, как бы. Так что лучше не делайте так. Ну что, Зест против Хира бьется, смотри. Так, ну что, адепты идут вперед. Хира обманул Зес, смотрите, но Зес был внимателем, нам и заметил адептов. Ссылает вперед иллюзия. Здесь уже ловятся они практически. Ну, сейчас два сталкера их встретят. Ой, как больно адептам, пойманы они оказались. Одного рабочего Хира убил двумя адептами. Что такое? Что ты пришел сюда сидеть, смотреть на меня, а? Волкозверь. А, волкозверь. Волкозверь. Опять адепты на мейн прошли. Но Хира их забыл контролить вообще, что такое. И опять всего одну пробку убивает. Здесь два пилона у Хира. Сейчас Нексус будет запилен.
Есть, кстати, гей для варпа еще один. А здесь собирается пушить, смотрите-ка, что самое интересное. Это руки, но можешь в личку мне написать. Мне все равно, как бы, ну, мне активировать премиум не надо, поэтому пофиг. Вот. Ну, а я, конечно же, никому говорить не буду. Сталкеров прессинг продолжается. Ребят, здесь Даркшайн готов. Сейчас дарки пойдут Зесту. У Зеста нету роба. Нету у Зеста роба, пацаны. Заходит Зест под оверчаш. Минус Мазеркор. Если Зест сейчас отключит два гейта... Ой, а два дарка уже варпанулись. Но с другой стороны, гейты дома-то отключены. И сталкеры нормально здесь пробок разбирают, кстати. Здесь фокус еще раз пилон. Ну, пробки сталкеров сейчас запилят. Понимаете, в чем проблема заключается? Самое главное, дарки пришли. Здесь сейчас напишет ГГ, ребят, это факт. Здесь ему нечем драться. Просто нечем драться физически. Два сталкера. Не, ну два сталкера есть, но у Хира есть на варп еще одного дарка точно. И как бы все печально. У Зеста, честно скажу. Сталкера еще одного убил. Да, здесь дарк еще один варпится. Роба здесь запилить не сможет, это очевидный момент сейчас абсолютно. На хвосте у рабочих деталь здесь понимает, что из этой ситуации ему ну никак не выкрутится. 1-0 Хира. Привет, СТПКЗ. Все хорошо. Че я-то? У меня все хорошо. Вот.
Так, опять Ривкина дропает. Достал этот пес. Рипкин. Так, спасибо, Разумичка, тебе за рубелек. За сегодня первая фактически поддержка. Вот, ну, ночью Леша 320, когда я уже вырубил стрим. 6 соток присылал. Спасибо тебе, Леша 320. Большое. Спасибо всем, короче, кто поддерживает. Ну, в этом месяце я пока мало стримлю поддержки, минимум, поэтому, к сожалению, вот. Но таковы обстоятельства, ребят. И сегодня, скорее всего... Я, конечно, посмотрю, может быть, я успею к командной лиге Варди, которая будет 20-30 начинаться, я так понимаю. Вот. Но сегодня надо помочь парням найти свидетелей по происшествию, о котором я писал в группе ВКонтакте. Вот. Там собирается много добровольцев, как бы, вот. Нужно будет по району пройтись, как бы, и, ну, узнать, что там как. Наказывают Ривкина StarCraft. Так, смотрите-ка. Хиро достроил тут пилонов много у Зест. Зест пытается отогнать Хиро. Но сейчас будет 50 энергии, ребята, у Зеста, понимаете, как бы. Контур уверчаш, но здесь тоже 50, и здесь два уверчажа, короче, крошево. Пилоны воюют, что творится, ребята, воюют пилоны. Дэвид Ким переворачивается на диване, его вспоминают зрители, что за хрень там происходит, что за воюющие пилоны. Минус Мазеркор, ребят, но здесь 4 сталкера от Хира заходят в контур-рыв сейчас. У Зеста всего 3, и здесь еще и пилоны для варпа, еще самое главное. Так, пытается отступить здесь. Куда ты атакуешь-то? Демеджинах бей, ё-мо. Пробки вперед выходят, да, варп сталкеров будет. Да, есть сбоку, но здесь плюс 2 пришли еще. Мазеркор не готов в данный момент. Это 2-0 в пользу Хира, ребят. Он разорвал Зеста в клам, здесь еще нет, устроится. Он вообще разорвал Зеста в клам. Я говорю, Хира сейчас силен, конечно. В последние игры он предпочтительнее всех. Мне кажется, он самый сильный сейчас по скиллу просто на данный момент. Ну, статс еще как бы тоже. Пока не знаю, как он с Хирой бы сыграл. Вот, Зеста бывает моменты нестабильности между тем, как он всех разрывает, вот. Хира же тоже такие моменты бывают, но сейчас, как вы видите, он просто рвет и мечет. А в PvP он всегда царем был. Ну, ну, в смысле, царем, как бы, то, что круто отыгрывал. Не то, что он там всех вообще рвал. Сейчас будет, вообще-то, битва... Сейчас будет битва между китайскими зергами и CJ Хира. Мы ее ждем с нетерпением. Ну, а вы помните, что поддерживать надо меня и мой канал, естественно.
Так, на Твиче, кстати, не добавлен контакт почему-то, как бы. Вот, группа моя. Привет, Ром. Долго описывать, короче. Вот. Там я вкратце написал в группе. Сейчас на Твиче надо бы добавить контакт, сделать блок Б. Так, все, короче, группу ВКонтакте запилил на Twitch, все отлично. Так. Так, жму готовность. Так, ребят, на кибетике есть тавочки, кому интересно. На ДЦМки не зашли. Вот, делайте ставки, кибетика в описании каналов моих есть. Вот. Фригейт устанавливайте расширение, потому что блочится сейчас. Вот такие вот дела. Так, что-то происходит.
Так, Дмитрий Юрьевич 500 присылает лучшему стримеру, береги себе. Спасибо тебе, Дмитрий Юрьевич. Вот. Что там творится? Рейкинг против Хира стартует сейчас. Спасибо всем за поддержку. Игра приостановлена. Так, паузу брейкинг просит, что-то случилось там. Игра возобновлена. Ну что, ребят, китайцы против Зеста оба по карте взяли, что же с Хира будет сейчас? Паузу брейкинг, просто что-то у него там лагает, походу, жестко, я не знаю. Кстати, рано достаточно сегодня все кончается, я как посмотрел. То есть еще и в пенчик можно поиграть будет, я так понимаю, да? А что пацаны там делают? Игра возобновлена. Ну что, продолжается битва. Так. Здесь соблочил Хира, кстати, он не раз вот это делает, у него прям невероятно круто получается. Вот он успевает блочить хату пилона, он приходит сюда адептом, и просто зергу хаты там не видать очень-очень долгое время. Причем как ты выбьешь слингами адепта вот отсюда? Это крайне сложно сделать. Так, адепт телепортируется на вторую базу, и его зажимает в угол, беднягу. Все, адепт зажат, но здесь у Хира выход в хара с архонами идет стандартный. Так, спряталось солнце у нас. Так.
Так, ну ты че будешь? Меня покусала окись собак, потом 3 месяца гадал, бешеная или нет. Надо было в битву экстрасенсов обратиться или к бабушке ему. 3 месяца гадал. Если бы она была бешеная через... раньше, через 3 месяца. Уже бы ты это понял. Хотя не факт, что понял, потому что бешенство это страшная тема очень, как бы такая. Мозг твой просто умирает, как бы. Вот, собственно говоря, и все. Так что лучше проколоться сейчас, как бы, от бешенства, коли 3 прививки, в общем-то, как бы. Ну вот, если собака живая, через 10 дней, то все, как бы, можно прекращать курс. Так, в ближайшее время какие-нибудь крупные турниры. Завтра будет плей-офф вот этого турнира Life and Cup, ребята. Он будет просто очень крут. Здесь состав просто как на GSL, не знаю, будет в плей-оффе. Потому что, ну, посмотрите в ссылке, короче говоря. Там просто дикий состав, ребята. Хату выпиливают, Хиро здесь аж целых 6 дарков. Продолжая 4 пилить, 2 увел, чтобы они не погибли. Насколько Хиро крут сейчас стал, просто я смотрю и поражаюсь еще. Но очень четок. Он очень четок. Вот. Ну а из крупных там ВЦА скоро будет. Скоро будет ИЕМ корейский, как бы, продолжение плей-офф. Там, правда, рестрим все будет не из игры, как бы. Вот. Да, варп у Хира, тут зелков идет. Плюс 2 дарка, еще один архончик сливается. Те 2 дарка, вот он, этот архон. Или вот даже. Ключ с мейна все приходит. 110-92. Брейкинг начинает катить. Есть ли уроучий мув? Нет, уроучий мув пока что отсутствует. Зелки прыгают. Знаете, Хира их через сэшечку. Он через чашами прыгает не на ближних, не через на местность ВА топит, а он прыгает на дальних, чтобы они роучи мешали отступать. Просто великолепный контроль. 2 дарка пришли, спорка не прикрывает. Нету оверхира, нет. Хира просто разрывает здесь все. Какой провал вообще брейкинг сейчас здесь делает. А ведь мука отбиться на самом деле. Было бы здесь оверсир, был бы здесь оверсир, то тогда бы эти арки ничего не сделали. А вот дронами против 4 архонов биться, это, я вам скажу, не очень хорошая идея. В общем-то, Хира здесь пробревает брейкинга, это факт. Роучи демо, значит, они упадут, архончики падают понемножку. Брейкинг пытается сопротивляться, архонов отфокусил, молодец, новые роучи вышли. Ну, Хиро уже, кстати, 24-45 по рабам, даже если брейкинг отобьется, а шансы есть с роучами раскатить зелков, безусловно, то все равно все плохо будет дальше с экономикой. Тем более, призму никак брейкинг сбить не может, даже мазеркор он сбить не может никак. Только отогнать королевой. Ну и, наверное, мой Паша Братов говорил, что готов. Наверное, с ним завтра покомментим этот плей-офф. Может, если и Дима будет желание, может, и втроем. Думаю, что место можно промашнить здесь. На Лайфенге свободных мест достаточно вполне. Вот. Хотя, не знаю, китайцы не всегда все как бы отдупляют. ВЦА дату поменяли, это чтобы Бьян, наверное, на ИЕМе мог участвовать, скорее всего. Или я не знаю почему. В эти выходные ВЦА. Ну хорошо, значит, 2 турнира пройдут в разное время. Хиро выигрывает 1-0. Ребят, правда, там ВЦА может быть утром как-то.
Так, 1-0 Хира, ребят. Сейчас я на секунду отойду. Так, ребят, все, продолжение следует. Так, ребят, ну тут Адед пришел, попытался развалить. Развалил два дрона. Третий хат вообще нет сейчас, Хира. Так, два адепта он держит на трех часах сейчас. Выходит в Старгейт. Так, Старгейт три гейта. То есть это оракулы будут прикрывать, видимо, адептов. Старгейт тоже сейчас играет. Старгейт работает всегда. Так, ну, странный размен лингов на пилон, вот. Очень странный, короче. И пилон не убил, и лингов наотдавал. 4 пробки минус, в это время оракул залетает, плюс 2 адепта, лингов нет, чтобы встретить адепта, поэтому 7 пробок уже уничтожено, но это совместными усилиями, видимо, еще адепты и на вторую базу заходили. Но это катастрофа для зерга, что тут говорить, посмотрите на лимиты просто. 10 дронов уже за начальную стадию потерял, это провал.
Навряд ли Хиро такую игру отпустит. Отменил, правда, хотели, он так поздно Нексу заказал. В общем-то, не собирается Хиро допушивать. Все, он тут вычищает пока грелками оверов. Вот еще сейчас одного подрежет, если дальше полетит, то и третьего подрежет в итоге. Жив до сих пор Оракул, он может продолжить харас, как бы, а есть места уязвимые. Например, можно вот так подлететь с этой стороны, нажать в легкую, нажечь в легкую. Да и Хиро вообще выходит уже, что он в карьеров уже решил выйти. Да, это любимый. Не, ну тут даже это перебор реально в такой игре, выход в армаду с карьерами. Почему? Потому что тут надо брать тепленьким. Блин, как-то холодно сегодня на улице, ребята. Я извиняюсь, закрою окно. Прямо реально холодно. Минус 6 сегодня вроде. Вот. То есть как бы... Ну хз, короче, хз. Ну, зато с другой стороны, вот когда, если ты хочешь как-то, ну, это больше, наверное, постебаться, да, вот так вот, то выход в карьер в таком раскладе, когда ты настолько по экономике был в плюсе вообще, с зергом и по технологиям, выход в карьер, он плавно очень-то легко происходит, но ты даешь шанс зергу на что? На пуш просто с гидрой. Причем сейчас собирается... Брейкинг пропушить сначала с бейнолингами, а потом уже с гидрой ворот. Так, здесь адепт пришел в очередной раз, попытался что-то сделать. Здесь уже пилонов много, как бы. На ХГ будет врыв-то. Видно беллингов сейчас. Ну что ты делаешь, тормоз, ё-мо, тормозила ты, стопорила. Тормозила ты, стопорила, просто голимый. Так, зашли сюда линги. Просто рабочих не убил, а прикиньте, вот сюда ударить. Можно сразу было побрубить. Ну, не знаю. Нужно проверять лингами все направления, куда и вероятность лучше. Вот этот пилон выбил, сюда забежал. Здесь всего еще один дополнительный пилон. Это могла быть победа сразу же. То есть удар в правильное направление. Видит брейкинг, что здесь карьер, видит, что здесь мазершип. Кстати, мазеркор морфится в это время. Надо пилона подгрызть. Хотя бы тогда. Подгрыз хоть пилоны, хоть саплай в луку Хиро, и то хорошо. Карьеров две штуки, больше и не строится. Все, что нужно зергу сейчас, это перейти в гидру просто спокойно. Заказать масс гидралов. Все. Линги уже есть, и масить эту чертову гидру. И королевами прикрыть вот эту хату. Желательно было бы. Но если даже не прикроют, то ничего страшного. Ну, не отменить хату, это был перебор, конечно. Так, здесь грейлку на халяву брейкинг пытается подрезать. Не подрезал, но дэмэджа много на нем. Так, в это время тут наглую просто морфится бейны на мэйне. Зачем вот так-то делать брейкинг? Не, ну настолько наглым быть, это перебор. Так, здесь два карьера прилетели. Гидра дерется с мухами, что ты делаешь? Так, рейндж гидре готов уже? Готов, конечно же, рейндж. Гидры все больше и больше, мувбейном делается. Ну пока карьера будет штучки 4, попытаться что-то сделать можно. Кого дропает на этот раз? Опять Ривкина. Как он достал вообще?
Так, ну что, гидры 17 штук, маловато 17, надо больше, нужно оверов больше. Но сидеть зергу ни в коем случае нельзя, просто ни в коем случае. Еще тормоз в чем брейкинг? Он не делает вообще грейдов на гидру, это ужасная ошибка с его стороны. Но у Хира не просто карьера, у него карьера с мазершипом, во-первых. Во-вторых, у него земля очень жесткая на самом деле. Так, королевы криптумера тут пилят. Нужно уверсиров обязательно с собой взять. Уверсиров, если не возьмет, то это провал вообще. Бейном даже не... Ну, Бейном в землю будет не взорваться нормально, посмотрите. Поперли Беллинги вперед, ну и чё? Беги отсюда, вот чё. 4 гидрались, как с куста просто уничтожено. На развороте принимает бой брейкинг. Филды имен... Ну, Хира великолепен, что тут говорить. Он... Да. Было глупо предполагать, что он не сможет реализовать, да, все это дело, как бы, потому что он просто изничтожал буквально недавно, причем Солора и Дарка подобными темами, вот, а вот этих игроков, что он не... Ну, нужно было сразу же, как можно быстрее, как вот увидел первых двух карьеров, нужно как можно быстрее было гидропуш делать, там, вот этими 15-16 гидралисками первыми пытаться, я думаю, сделать его. Может быть, что-то там получилось. ГГ, брейкинг, Кира 2-0, ждем. Ждем следующую игру. Ну что, силки против Хира, агрессивные силки. Получится ли ему что-нибудь сделать? Вопрос открытый пока. Поделись новогодним волшебством. Собирай. Иди ты в баню, пес. Thank you.
конец. Ну все, ждем хиросилки, ребят. Ну, вперед выдаст. Так. Ну что, Хиро против Силки, погнали. Игра приостановлена. Привет, Рус, браток. Привет всем, ребят. Возобновлена. Так, секунду, сейчас надо Даше на телефон кинуть. У меня 37 рублей есть на Киви. Сейчас быстренько это сделаем и будем игру смотреть. Сделаю я, точнее. Сервак. Ну, где китайцы с корейцами играют? Наверное, на европейском, да? Естественно, это Азия. Короче, ребят, давайте смотреть. И где Life & Cup проходит, в принципе. Пробочка идет третью хат проверять. Да свершится правосудие. Обнаруживает Силки Лингом ее. В этот раз Силки даже СЗ не зажал. Прям удивительно, да? Как бы. А Зерк этот сгрызалити очень-очень любит. Но нет сгрызалити, так есть Лэйр. То есть это какая-то тоже агрессия, вполне возможно. Минус овер. Так, погодите, ну у Силки, кстати, шанс еще выйти есть. Получается, если он Хиро пробивает, то он выходит на самом деле. Вот. Пока что Хиро 4-0 идет. Погодите, а как Силки? А, ну у него 2. А, уже ни хрена никуда не выйдет Силки. 4-2 будет. У Силки. А, у Силки 3-3. Не, если он выиграет, то он выйдет, ребят, кстати. Ему 2-0 получается, надо выигрывать. О, бред-то, короче. Так, и пошел гидроденчик. Кстати, гидроденчик — это интересная очень тема. С гидроденчиком-то можно нормально все сделать, как вьетнамский тот зерк против китайских протсов. Это билд интересный, то есть можно пропушить. Тем более здесь адепты без глеф куда-то поперли. Куда они поперли вообще? Силки видит этих адептов прекрасно.
заказывает парочку лингов сейчас. Дополнительные 3 гидрала. Да. Короче, гидра на муве просто разваливает. Кира гидру на муве. Адепты прессуют. Эскейп сейчас Кира нажмет. Не, не нажал, смотрите, ушел. Здесь Робобей. Возможно, колоссов мы сейчас увидим. Я не знаю, что мы точно там увидим. Вот. Плюс 5 гейтов делается. Ну, сейчас просто с колоссами пушкой бы. Правда, колоссам рейндж почему-то не закал. Кира газ вообще катастрофически не хватает. Это просто колосс без рейнджа так, чтобы пожечь немножечко. Жги колосс, жги, братюня, говорит Кира. Здесь шпиль пошел. Ну, здесь не обязательно даже шпиль ставить. Реально, гидра без рейнджа. Вот сейчас сделать рейндж гидре... Гидролингов много сделать, один этот колосс без ренжа, смешной, он не сможет противостоять такому миксу. Какие-то когти делают, какие когти, блин, я хз вообще. Криптуморов 0. Так, идет силка вперед. А что теперь, колосс не торчит из призмы или он никогда не торчал? А, он никогда не торчал из призмы. Привет всем, кто недавно подошел, ребят. Это финальная бот-рип данной группе, данного турнира. Крейсинг пишет, это Кира просто разносит, называется, вы видите потери в конце. Так, не, если Силки выиграет 4-2-1, он не выйдет, скорее всего, потому что у него 3-3 на данный момент, как бы. Если он выиграет 2-1, у него будет 5-3 тогда, 5-4 точнее. Вот, а если Хира проиграет 1-2, у него будет 5-2 тогда, как бы, то есть по... А, погодите... Он Зеста обгонит Силки. Точно, он Зеста обгонит тогда. Вот в чем прикол. Да, да, тут я не прав. На Зеста я вообще не смотрел. Он же 4-4.
Ну что, 1-0 Хиро, ребят, вторая игра, погнали дальше. Проверил Хиро. А что он проверял-то? Третью? Кстати, странно, Хиро здесь проехал так. Может, Уверов хотел объехать. Не знаю, что хотел Хиро сделать. Может, думал, если пул первый, там линги сгрызут. Он как-то он не прям к зергу уехал. Ну вот. Здесь гейт, газ, нексус, кибернетчика бил. Стандартный достаточно. У зерга 17-я хата, газ пул. Мув заказан. Посмотрим, когда он третью будет ставить. Силки у нас. Не спешит пока. Хиро Твайлайт. Твайлайт достаточно ранний. Нексус наблюдает сейчас силки. Овером пытается улететь. Сталкер, конечно, выйдет, но овер успеет свалить здесь, это точно. Опять лейер со стороны зерга. Ранний достаточно лейер. Я не знаю, как бы, вроде делают лейер, но не успевают. Тупо до адептов построиться, без глефов придет Хиро, бьет, то еще что-то. Ну, Хиро просто настолько внимателен и крут, что он как бы разваливает. А гидрата, на самом деле, она сейчас всякие тайминговые пуши с гидрой работают просто замечательно, я вам скажу. Просто. Так, архив в этом плане. Опа! Что-то необычное Хиро здесь делает. Хиро вообще, что ли, силки так не уважает, что он архив это. Ну, кстати, можно что сделать? Можно сделать архонов из пищ-штормовиков, например, попробовать здесь. И попытаться потом сделать чаши, сделать пуш архона зилками. Пока идеи я не понимаю, вот два вообще штормячка наварпились, может шторм вообще хочет Хиро сделать? Смысл сейчас шторм делать с такой призмой, как архоны работают лучше намного просто. А там гидра с рейнджом поперла, ну вот посмотрим как законтрит. Шторм, действительно шторм Хиро делает. Если он будет штормить рабов, ну это бред какой-то, не знаю. Может попробовать, решил спонтанно. Шторм и глефа еще. О, прям интересно. Глефа, шторм. Ну, не знаю, что сказать. В этот раз гидра с рейнджом будет. Призму можно попробовать будет сбить на подлете как-то там. Здесь Хиро начинает ковырять не камни, башню эту охлаждающую. Ну, это аналог камней. Она развалится, завалит проход, заблочит. Вот этот врыв. И можно будет только отсюда врываться. Здесь уже проще обороняться. Там пилончики, там... Вообще-то есть чем оборонять. Летит призма. Так, что-то туда-сюда призма летает. Ну, проблема в чем? Два пси-штурмовика, они не имеют атаки, как бы. То есть даже 4 гидралиска будут для призмы угрозу представлять. Сидели бы там два архона, они бы ничего бы не сделали. Так, прилетают штормовики.
Ой, плотненько залегло. Ну вот 5 дронов убил. Нет, чтобы дальше отвести. Направил на минерала, еще 3 накрыло конечным там дэмэджем шторма. Это было видно на самом деле. Здесь плюс 5 гитов. И, видимо, адаптация еще пойдет сейчас после всего этого дела. Привет, живчик, привет всем. Так, робо это кривая застройка или нет, что ты имеешь в виду? Робо вот оно где стоит. И здесь единственная кривость в том, что если... Ну да, робо стоит ужасно у хира на самом деле, потому что будут строиться имморталы, они будут вот сюда выходить и застревать как бы. Здесь пилун их не пустят, и минералы, и твайлайт как бы, ну в этом бред, да. Ну, Хира не собирается строить, как вы видите, никаких имморталов. Сейчас роучи муют, готов будет к 138, 108 по лимиту. Все шансы на оборону есть успешную силки в этот раз. Через штормы проходит вперед, но Хира плотно штормит, очень плотно. Нужно ли так силке было агрессивно врываться в адепт, тем более гидра где-то там сзади вообще остается, не понять где. Ну, 130 на 78, похоже, что силки здесь отбивается, я вам скажу так. Адепты будут врываться... Хира врывается от этого, и что он делает-то вообще, я не пойму. Что за бред он творит? Так, здесь дотекание сейчас будет. Да, варп адептиков пошел. И с Хирой в такой ситуации зверга разведет. Но это будет переборческий просто ситуейшн. Вот. Адепт телепортнулись с мейна на второй уничтожен. На третий дронов надо уводить. Конечно же, принимать адепт стараться. Роучи здесь есть, дэмэджа достаточно много вносят. Адепт несколько упало, сейчас как раз 4 останется, чтобы призму сесть. И садится в призму. Хира улетает. Силке нужно выходить в контратаку. Не медлить ни секунды. Вообще ни секунды не медлить. Мазеркор уничтожен, Хира его забыл. Да, такое ощущение, как будто он Зеста действительно не хочет выпускать. Вот судя по этой игре, просто, ну, бред же реально Хира делает сейчас. И Силке убьет его, я думаю, сейчас 1-1 счет станет, как бы. Адептов с глефами, дрончиками, давайте отбивать. Ну, а что делать, да? Что делать, говорит, силки? Такова жизнь. Кому сейчас легко, как говорится. Заходит гидра роучи реваджера на ХГ. Здесь все ясно, на этом ХГ. Разваливается Кира и пишет ГГ. Ну, бред. Бред. Ждем инвайта. Продолжение быстрой руки, четвертая часть заходит. Сепсер активировал премиум на ваш канал. Так, Сепсер, ты уже, по-моему, третий раз сегодня активируешь, или сколько там уже вообще? Усложнение небольшое. Инвадер подчеркивание язычка активировал премиум на ваш канал.
Оп. Ну что, 1-1, погнали. Энчелат активировал премиум на ваш канал. Так. Смотрите, что Хира творит, ребята. Причем Зерк это все спалил. Три гейта, Хира реально Зеста сливает, ребят. Кто мог продумать, то печаль. Так, что-то не туда ввел. Еще раз ты левый премиум вкинешь сюда, я тебя выпилю просто на месяц. Если кто-то хочет разыграть, кинуть пацанам на быструю руку премиум, то милости просим на самом деле. Вот. А если кто-то хочет херней заниматься, то будет выпилен. Ну что, пошли зелки. 10 слинги, плетка готова. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: здорово. Я раньше играл ток в компанию, а теперь заинтересовался рейтингом, но хз про всякие страты. Подскажи, где найти инфу об этом? Привет. Неизвестный, спасибо за поддержку, где найти инфу об этом? Где ты хочешь инфу о стратегиях найти? Тренируйся. В группе ВКонтакте у меня есть... В группе ВКонтакте у меня есть паки с реплеями, вот недавно я выкладывал. Там ниже пролистаешь, если увидишь, что, там выложен пак. В общем-то, и качаешь репки, смотришь. Где ты еще инфу найдешь? Есть, конечно, иногда люди пишут о каких-то стратегиях статьи, но меня это не интересует абсолютно, поэтому ты не у меня спрашивай, а в чатике. Вот. Я и сам как бы знаю, что где работает примерно, но можно что-то экстравагантное где-то найти там. Или как исполняется там в точности билд. Ну, можно посмотреть реплей, как бы исполнить самому. Так, лингов уже реально много становится. Я бы на месте силки подумал бы о контр-врыве какого-нибудь Кхира. Сейчас Беллингнеста можно, адепт встретить будет просто. Так, адепт никуда не заходит. Беллингнест запилен. Ну что ж, посмотрим. Так, попытка ворваться адептами идет. Они оказываются под хаткой, сейчас надо грызть. Криво грызет, что ж так криво-то? Все, ворвались линги, один падает адепт, остальные пока бьются. Еще один упадет сейчас. Телепортнулись адептики. Мой сбор активировал премиум на ваш канал. Так, заходит адепт. Куда линги-то там побежали, я не понимаю. Что делает этот тормоз? Кира ему сливает как может, этот придурок лезет лингами сейчас на адепт. Без беллингов. Подожди ты, Бейнов. Ой, каким, как можно таким тормозило и быть? Сейчас Хира убьет его еще. И сейчас Хира его просто унизит. Вот это прикол. Вот это прикол вообще, а? Какой же он смешной просто этот Силки, а? Какой же он мертвый, а? Это же просто жесть вообще. Вы сейчас кого видите, приколитесь вообще с этого. Или Хира решил, что в тюрьму его будут сажать, и решил сделать все правильно, что ли?
Здесь уже даже если Зерг отобьется, посмотрите на ситуацию экономическую. Это ГГ для Зерга, здесь Оракул уже, да ну нафиг. Такой мертвец, что даже из такой ситуации умудрился слить. Ира просто отдается адептами, заходит, куда ты заходишь, тут вообще нахрен не надо заходить никуда. Ну Кира зато королеву сфуксил, и Оракул прилетел. И просто ГГ написал силки в итоге. Во прикол вообще, ребят, это жесть вообще какая-то. Делаю стоп-стар без задержки, возвращаюсь.